данном обзоре мы рассмотрим оптическую мышь фирмы Logitech модели M90, которая отвечает всем требованиям пользователей ноутбуков и ПК. В комплекте предоставляется инструкция по эксплуатации на нескольких языках. Настройка выполняется быстро и просто. Достаточно подключить кабель к USB-порту. Не нужно устанавливать никакого программного обеспечения. А так как мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, после чего можно сразу же начинать использовать ее. Вы по достоинству оцените четкое и плавное управление перемещением курсора, точное отслеживание и удобное выделение текста, которое обеспечивается высокоточной системой оптического отслеживания. Данная мышь имеет разрешение 1000 dpi. При использовании этой мыши вам будет удобно вне зависимости от того, какой рукой вы работаете.